Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі презентували повнометражний фільм про розвиток космосу у нашому регіоні. Сьогодні детальніше про цей фільм розкаже нам режисер зйомки та монтажу Володимир Клименко. Я вас вітаю, доброго дня! Володимире, розкажіть, як виникла ідея створення такого фільму і у чому взагалі полягає от мета та ідея самої стрічки? Привет. Самое главное, почему мы создали этот фильм. У нас возникла идея, вот Днепр. Днепр. История Днепра заключается в том, что это был город закрытый. Закрытый от иностранцев, закрытый абсолютно от всех посещений, потому что он был центром космической отрасли. Здесь делали самые опасные, самые смертоносные ракеты, ракетоносители. И поэтому нужно помнить историю, потому что без прошлого нет будущего, как сказал знаменитый наш мэр Днепра Борис Альбертович во время интервью, когда мы снимали фильм. И поэтому мы решили вспомнить, а что было тогда? Мы захотели сделать вот эту вот нотку гордости, гордость вызвать у всех жителей Днепра о том, то, что вот у нас такое было. Вот настолько у нас был могущественный, величен город. Поэтому і ми вирішили створити даний фільм. От я переглядала трейлер, який ви мені показували до початку прес-конференції. Про що взагалі кіно? З ким ви спілкувалися? Хто ці люди у трейлері? Хто вони? І який внесок вони зробили особисто в розвиток космонавтики в нашому місті, в нашій області? Угу. Людей было очень много, у кого мы брали интервью, кого мы снимали, было очень много предприятий. И самое главное, это то, что у нас является фильм из трех частей сделан вообще. Это у нас «Минуле», это у нас «Сьогодення» и «Майбутнє». Поэтому у нас были разные отрасли, которые на данный момент есть в Днепре. То есть «Минуле». Мы взяли Южный машиностроительный завод, наш легендарный, это город в городе, как сказал заместитель директора по производству Лебедев. И потом мы взяли еще Сьогодення на данный момент, да. Это тоже у нас Южный машиностроительный завод, это у нас конструкторское бюро Южное. И Майбутнє. Майбутнє – это у нас есть частная контора «Ноосфера», которая занимается тоже космической отраслью. У них есть ракета моделирования, у них студенты создают ракеты, паяют спутники, делают маленькие руками вот именно самодельные парашюты для того, чтобы запускать данную ракету на определенное количество там, метров вверх и вводить, например, какой-то типа макет спутника, и потом на парашюте эта ракета спускается. Кто у нас еще был интересный? Например, компания, да, частная «Ноосфера» еще занимается очень сильно развитием и созданием экосистемы в нашем городе. Почему? Потому что они начинают работать с людьми со всех возрастов. То есть, начиная, да, от самых маленьких, их очень большая цель того, чтобы добиться самой школы, университет, потом уже трудоустройство. То есть они в самом начале хотят сделать так, чтобы люди, например, у них занимались, сделали какие-то маленькие модели ракеты, что-то придумывали, что-то программировали, и потом это все перерастало, и они трудоустраивались у них же. То есть они хотят, чтобы с самого-самого постоянно «Ноосфера» была рядом. С кем еще было очень интересно пообщаться? Например, Южный машиностроительный завод сейчас переживает очень трудные времена, но они не умерли. Выживают они благодаря частным заказам, частной продукции. Например, так же, как мы знаем, в Днепре были закуплены троллейбусы. 31 или 33 данных автотроллейбуса было заказано у Южного машиностроительного завода. При этом там еще было несколько соорганизаций, которые привозили запчасти на данный троллейбус. И уже в Южном машиностроительном заводе у нас в Днепре они собирались. Потом конструкторское бюро «Южное».
очень тесно сплетено с Южным машиностроительным заводом, но это отдельная абсолютно организация. Конструкторское бюро на данный момент очень сильно развивается, у них есть новые технологии, у них есть новые 3D-принтеры, которые печатают определенными какими-то материалами, мы это тоже снимали. На данный момент идут испытания. Конструкторское бюро «Южное» начало сотрудничать с «Формулой-1». Сейчас идут испытания на запчасть для болида «Формулов-1». То есть еще вот та космонавтика у нас жива, но так как это государственные организации, то есть само конструкторское бюро, Южный машиностроительный завод, для них очень трудно, они государственные предприятия, они ждут заказов от государства, а их очень мало, поэтому им приходится выживать. Вот реально выживать, у Южного машиностроительного завода огромные-огромные долги по зарплатам, по электроэнергии, то есть хотя, когда Украина получила независимость, когда уже независимая Украина отказалась от ядерного оружия, у нас тогда осталось очень много ядерного топлива, ядерных вот этих вот ракетоносителей, ну всего-всего-всего-всего много. И для того, чтобы это все сберечь, либо уничтожить это стоит огромных денег, чтобы это хранить, это тоже стоит огромных денег, потому что ядерное топливо, которое хранится в огромных контейнерах, там десятки тысяч тонн данной штуки, и оно должно храниться при определенной температуре, оно должно храниться в определенной влажности, то есть это все должно всегда поддерживаться. И это такая вот маленькая-маленькая часть того, чего мы затронули, что мы имеем на данный момент. Раньше мы выходили на улицы, мы делали социологические опросы и спрашивали людей, какое было величество Южного машиностроительного завода в то время, еще тогда, когда были заказы, когда была гонка вооружений из США, и все говорили то, что это было очень престижно там работать. Мы брали интервью у ветерана труда Южмаша, и он говорил то, что вот с самого утра он шел в техникум, еще перед как пойти на работу на Южный машиностроительный, он говорил то, что возле отдела кадров люди занимали очередь еще с ночи. С самого-самого утра, с самого рассвета, это для того, чтобы туда попасть. Еще мы брали у ветерана труда, но и при этом женщина, которая сейчас работает там, она шлифовальница. И она говорила то, что она абсолютно о всем забыла, у нее были родственники в Америке, она это не указала, и она около 2-3 месяцев не могла получить ответ о приеме на работу на Южный машиностроительный завод. А оказалось в том, что когда она уже пошла к начальнику отдела кадров, она не указала данный момент, а тогда это было очень серьезно, в США, СССР, и она не указала, она сказала, почему вы не указали, она говорит, я очень хотела работать. Вот максимально. И она обо всем забыла, но все же устроили ее. Но не на сам Южмаш, на его подразделение, но сама суть. От така дуже розширена відповідь. А підсумовуючи, ми можемо сказати, що так, дійсно, Дніпро – це космічна столиця. От який висновок про розвиток космонавтики можна зробити після того, як ви відзняли фільм, після того, як ви потім його ще раз переглянули з великих екранів? Да, можна сказати, що Дніпро – космічна столиця. Почому? Потому что это все у нас зашито на подкорке, это у нас все зашито в подсознании о том, что Днепр, космос, они тесно связаны. На данный момент, например, да, та же частная компания «Ноосфера», у нее производство одно Америка, штат Техас вроде, а другое производство у нас Днепр, Украина. И это дает тот толчок гордости. Южный машиностроительный завод – это огромное, это колоссальное время, труд, который было вложено десятками лет, то, что было выстроено. Это закрытый объект, на который нам было очень трудно попасть. Можем потом затронуть тему того, как мы договаривались со всеми КБ, с Южмашем. И на данный момент, смотря и слушая тех людей, которые отвечают, да, за Южный машиностроительный, за конструкторское бюро Южное, за Ноосферу, за профессора, например, сказать ДНУ, я являюсь студентом Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, учусь на журналистике, и я никогда не знал, что у нас есть 6-й корпус Днепропетровского национального университета. И в данном корпусе есть у нас
такой преподаватель, профессор наук Емец. Имя, фамилия я не... Ой, имя, отчество я не помню, не могу вспомнить. Но данный человек самоотверженно на данный момент строит ракету. Строит ракету, ракета-носитель, чтобы каждый из нас, как мы сейчас имеем мобильный телефон, это очень сильно он этим горит, тем, то, что вот у каждого должна быть ракета, каждый сможет спаять спутник, взять эту ракету в тубусе, принести в поле, поставить и запустить. И при этом он показывал нам испытания, он показывал чертежи данной ракеты. Но из-за того, что нет финансирования, нет вот этой какой-то там вот фундамента, платформы, от которого отталкиваться, он не сильно это все дело продвигается, но вот такая вот штука у нас есть. Этот корпус ДНУ очень далеко находится в Днепре. Вот я думал, 9-й корпус далеко находится, нет. Я бы хотел подытожить то, что да, Днепр имеет потенциал, Днепр имеет возможности быть космической столицей, он остается космической столицей. Все, что для этого нужно, чтобы государство обратило внимание на данное предприятие, чтобы оно давало заказы, чтобы оно помогало, финансировало, то есть вот давало этот вот искру для этого большого, да, огня. Поэтому мы можем гордиться на данный момент, что у нас вот это есть. Сейчас в конструкторском бюро работает 5000 человек, на южно-машиностроительном заводе до сих пор люди ходят. У них задержки по зарплате 11 месяцев. Но люди, человек привык работать на протяжении там, да, 20-25-15 лет на южно-машиностроительном заводе, и он работает. Да, задержки по зарплате, да, все плохо. Но они горят этим, они помнят, как было тогда, и они не теряют надежды, что это может быть. Хоть и на данный момент все очень плачевно, но они не теряют надежду и все равно ходят на работу, все равно приходят, все равно работают. Бывает 1, 2, 3 рабочих дня в неделю, может вообще неделю не выходить. Но вот такая вот ситуация складывается. Но все равно у нас везде работа идет, работа кипит. Где-то быстро, где-то медленно, где-то вот уверенными, да, шажками вперед. Приезжал Владимир Зеленский на южно-машиностроительный завод, и в сентябре должны были выделить 31 миллион гривен на погашение долгов по зарплате на южно-машиностроительном заводе. Например, есть несколько, да, подразделений на сферы, это завод СЭЦ есть и еще Firefly. Там изготовляют ракеты и двигателя к ракетам. Маленькие двигателя для того, чтобы спутник, когда он находился, да, на орбите Земли, он мог спускаться вниз, максимально низко, делать снимки высокого качества и обратно подниматься благодаря этим двигателям. И сейчас идут испытания, это все работает на газе «Ксенон», данные двигателя, и там около 300 с чем-то часов уже работы, когда мы снимали материал, тогда он уже на протяжении 300 с чем-то часов он работал и проходил испытания. Они подписали контракт, договор с первым лицом, которое заказало у них эти двигатели и саму ракетную установку. Ви там згадали, що от були труднощі з тим, щоб домовитися, да, потрапити на цей час зйомок. Было максимально сложно. Почему? Потому что многие люди находились уже в то время в отпуске. Многие просто не хотели давать комментарии, особенно Южный машиностроительный завод, КБ. Было немного трудно, потому что не самое легкое время для завода. Не самое время того, чтобы похвастаться чем-то, похвастаться на данный момент, но все равно есть какая-то крупинка, какая-то мелочь с тем величием, которое было, все равно есть чем гордиться, есть что показать сейчас, и поэтому еще договаривались с некоторыми подразделениями, там, да, на сфере в 9-м корпусе, которые держат школу. Тоже договорились со студентом, проблем абсолютно не было. С конструкторским бюро «Южное» мы уже досняли практически весь фильм. Мы подавали запрос о том, чтобы снять материал, чтобы с ними договориться, встретиться, отснять что-то, как у них обстоят дела. И нам отвечали на протяжении 3 месяцев. 2,5, и только тогда дали ответ, тогда нас приняли. Но нас приняли очень тепло, нам полностью все показали. Нам показали то, что у них построился новый цех. На данный момент там происходят, кстати, испытания спутника. Сейчас.
сейчас делаются испытания спутника, там стерильно, вот максимально стерильная, как в хирургии, комната, там есть космические вот эти все детали, которые абсолютно непонятны, вот найди ты это на улице, ты все равно не поймешь. Для меня, например, я хоть немножко техникой занимаюсь, но мне было непонятно, что да как и почему. И вот, да, я вспомнил о спутнике, это еще один повод того, то, что у нас конструкторское бюро сейчас разрабатывает спутник по заказу, сейчас его испробуют, и к 2022 году или 2021 уже этот спутник должен быть отдан заказчику. Еще какие были, вот, например, профессор Денун с нами более охотно связался, да, мы около месяца с ним договаривались по этому поводу, чтобы он рассказал о своем творении, о своих испытаниях, о своем творчестве в тот момент. И он согласился, хоть и неохотно, он очень много раз спрашивал, а кого мы снимаем, а с кем мы будем снимать, чтобы, ну, каким-то образом с кем-то там не сотрудничать, например, чтобы с теми-то я в одном фильме не был. Вот так вот это все было. Ну, а загалом, от про команду розкажіть, яка створювала цей фільм, тому що от ви кажете, я студент факультету журналістики, і одночасно з цим режисер зйомки та монтажу. Хто створював цей фільм? Создание фільма. Создание фільма родилось абсолютно в голові, отак от. Давай сделаем. Я являюсь руководителем громадской организации «Молодежный медиа-центр Днепра». И у нас есть определенная команда, у нас есть проекты. И родился такой проект. Думал, у меня есть там очень много знакомых и Днепро ТВ, и там с 34-го, с многих каналов есть знакомый, открытый. Есть очень много знакомых. И у нас была, так составилась команда единомышленников, я, Алексей, Наталья, фамилии я не буду называть, и мы решили сделать фильм. Фильм сделался полнометражно на 51 минуту, съемкой, написанием сценария, вопросами, монтажом занималось три человека. Иногда нам помогала Днепро ТВ, давала оборудование, давала иногда людей, операторов для съемки. И вот так вот оно в три молодых амбициозных лица мы создали данный фильм. И сейчас, когда он уже закончился, вот тот период создания, это вот, знаете, как будто вот родился ребенок. Я не знаю этого ощущения, но вот родился ребенок, ты за него в ответе, это твое дитя, это твое творение, и ты с удовольствием смотришь на то, как оно продвигается, как реагируют люди, была премьера фильма. Як, до речі, люди відреагували? У нас залишається вже мало часу, але тим не менш прем'єра відбулася. Яка реакція була глядачів на фільм? Реакція, хто смотрел фільм, от у мене навіть є, я на телефон спеціально заскрінив для того, щоб прочитати от живий відзив в Інстаграмі. Знайшла дівчинка, ми її знімали, вона в «Ноосфері» 9-му корпусі. Вона написала: «Фільм мене сильно поразив, я забула все, що знала про космос і полюбила його заново. Я поняла, что задумка ребят удалась в тот момент, когда при взлете ракеты Каденюка у меня пошли мурашки по всему телу, а при взлете какой-то там ракеты НАСА нет. Космос Днепре жив, хоть и не с тем же пульсом, что 40 лет назад, но жив. Обязательно приходите смотреть фильмы Москино, Минору и Караван, того определенно стоит». У мене в самої пішли мурахи від такого коментарю. І давайте от знову ж таки наостанок, де його можна переглянути? От ми почули там назви кінотеатрів, куди йти, щоб подивитися. Так, да, на даний момент ще не названі окончательні дати, але вони будуть відомі вже там вторник, середу, цієї тижня. Скоріше всього, це буде «Правда кіно». Показ данного фильма будет проходить абсолютно бесплатно, будет фуршет, поэтому приходите, посмотрим, снова возьмем эту частичку гордости, эту частичку космоса, почувствуем в себе и будем гордиться нашим городом. А так очень-очень позитивные эмоции у всех, кто приходил, очень позитивные.
Що ж, я впевнена, що наші глядачі теж обов'язково відвідають прем'єру фільму, обов'язково подивляться і переконаються, що дійсно Дніпро – це космічна столиця. До речі, переглянути трейлер фільму можна буде на нашому сайті. Після прес-конференції буде опубліковано відео-трейлер фільму «Дніпро – космічна столиця». Сьогодні з нами у студії були режисер зйомки та монтажу Володимир Клименко, розповідав про труднощі, з якими він та його команда стикалися під час зйомки фільму, про те, на що варто звернути увагу під час перегляду, тож я сподіваюся, ви не будете гаяти часу і обов'язково переглянете фільм. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!